И всем привет, дорогие друзья, с вами Хамстер Дед, я приветствую вас на своем канале. И сегодня я расскажу, как поиграть в локальные игры по сети с друзьями. Но, соответственно, до 5 человек, так как матчи больше не поддерживает. Вот, значит, скачивайте хамачи. Не знаю, ладно, сейчас сайт давайте все-таки покажу. Откуда скачать? Тут у меня ломаный эксплит, закройся. Так, ладно. Значит, вводите просто хамач по-русски, по-английски, как хотите. Уже неправильно. Как-то так, наверное. Да. И здесь нужен второй. Вот VPN.net, это официальный их сайт. Просто скачивайте. Просто устанавливайте куда вам угодно. Далее. Открыли. Если не зарегистрированы, регистрируйтесь. Если зарегистрированы, логинитесь. Далее переходим в настройки. Система. Параметры. Здесь выбираете. У вас будет вот так. Дополнительные настройки. Далее IP протокола выбираете IPv4. Далее RCA ключи без пароля. Шифрование и сжатие любые. Фильтрация трафика вы разрешаете. Значит, UDP у нас 1337 от TCP 4 семерки. Далее разрешить MDNS протоколу да, второй нет. Соглашаетесь, он вам выдаст, типа, надо перезагрузить систему, и все в таком духе. Можете не заморачиваться. Далее переходите в параметры. На параметры адаптеров. Переходите в хамачи. Свойства. И, соответственно, здесь выбираете IP версии 4. Далее, здесь вы видите, что есть основной шлюз, но он здесь выбирается, в общем. Его не трогайте. Вот. Он обязателен. И в метрике за место 9000 ставите 10. Нажимаете ОК. Если вы тронете его, уберете, то ничего у вас не будет вообще работать. Наглядно показываю. Как видите, сеть и сеть 2. Если вы его удалите, то у нас уже это не сеть, а неопознанная сеть. Соответственно, поиграть вы не сможете. Ни вы, ни вас не увидят. Так что в любом случае оно должно быть. Если по какой-то причине у вас нету, то прописьте автоматическое назначение метрики. Все, окей. Соглашайтесь со всем и идете играть с друзьями. Вот. Ну, с вами был Хамстер Дед. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте рассказать обо мне своим друзьям. И до скорой встречи. Всем пока, ребята.